Всем здрасте. В общем, наш 10-й Б-класс, любимый, родной, каким-то чудесным образом оказался на необитаемом острове, и чтобы мы не умерли, мы решили разжечь костер. Да. Сейчас вы увидите наши попытки. Попытки разжигания этого костра. Да. Всем удачи и просмотров. Сейчас вы наблюдаете наш второй дубль. Короче, вот. Это засушенные палочки. Вита Валентиновна на биологии рассказывала, что есть такие какие-то, не знаю, кто насекомые, которые маскируются под палочку. Они вроде засохли, и мы их, короче, съедим. Вот и все. Также мы нашли липу. Знаете, что у нас будет? Это будет у нас липовый чай. Мы сейчас ждем, пока нам ребята с химии разведут огонь, и мы сделаем крутой липовый чай. Также мы нашли вот тут вот листички. Но это будет, короче, наш салатик. Нам осталось еще добыть мясо, и еще нам осталось добыть какую-то тоже травку для салатика. Мы решили добыть мясо так. Мы уже тут и вырыли. Мы вырыли ловушку для личинок. Вот эти личинки, короче. Мы сейчас пересыпем песок, и мы добудем этих личинок. Я думаю, уже им все равно будет жить, не жить. Вот мы их тоже сварим, короче. Палочники оказались очень вкусными. Мы их так вот засушенными съели, остались только ножки. Вот мы нашли, короче, вот такой вот очень классный рой личинок. Сейчас мы будем готовить салатик, варить чаечек, сварим личинок. Тортем, как с огнем. Нормально? Этих сварить. Этих поджарить на гриль. Это чай, короче, сделаешь. Ну и тут выберешь листочки, это салатик будет. Чая на всех хватит. Вон, мы еще наберем. Мы запомнили, где чай сделали. Вау. Раз, два, три, четыре. Мы голодные. Мы голодные. Голодный день. Готовить салатик, варить чаечек. А чаечек. Этих поджарить на гриль. Это чай, короче, делаешь. Ну и тут выберешь. А там чая на всех хватит? Чая на всех хватит. Вон, мы еще наберем. Мы запомним. Вау. Пойдем кушать. Наконец-то. Сейчас вам удалось зажечь огонь, вы можете воспользоваться знаниями в области химии. Так что спиртовые маркеры – это находка на необитаемом острове. Куда мы попали? Походу мы попали на необитаемый остров. Что же нам делать? У нас же только школьные принадлежности. Смотри, там кто-то есть. Спокойствие. Я сейчас вам расскажу, что же делать. Поскольку у нас нет компаса, мы можем ориентироваться по тени. Если мы вот так вот встанем, и тень будет падать вперед нас, значит там будет север. Если там нет тени, то это юг. Вот так вот мы можем определиться. Вот восток, а вот там вот запад. Да, мы поняли, спасибо. Теперь мы нашли выход. Ура!